День здоровья в Видновской школе номер 5 стартовал с утренней зарядки, которую провели на свежем воздухе. Комплекс упражнений подготовили активисты школы. Среди них восьмиклассница Анна Разумова. Аня рассказала, что спортивную программу разрабатывали около недели. Сначала выбирали тщательно музыку, чтобы детям также не было скучно. Все-таки начальные классы, они более тоже стали продвинутыми. Какие-то, на удивление, даже старые, как Вера Сердючка, песни они знают на самом деле. Это было очень удивительно. Стоит отметить, что утреннюю зарядку старшеклассники для учеников начальной школы проводят уже несколько дней. Будут продолжать и дальше, чтобы сформировать у детей полезную привычку. Это было очень интересно, здорово, весело. Это поможет нам зарядиться настроением и энергией на целый день. Мне очень понравилось. Это очень полезно, и это все на свежем воздухе. Мне очень сильно понравилось, когда мы начали танцевать. Немножко сложновато, но так как-то ориентировался. Каждый день будет так. Во Всемирный день здоровья преподаватели подготовили интересную спортивную программу. Веселые старты, соревнования по пионерболу, по волейболу, то есть между, ну, внутри класса в связи с пандемией, поэтому немножко мы ограничены в массовости, вот, но тем не менее мы этот день проводим так спортивно, задорно, весело. А для вторых классов в школьном спортзале был организован мастер-класс по футболу. Его провели игроки молодежной команды спортивной школы «Олимп». Специально подобрал упражнения, не будет ничего сложного, то есть базовая техника. Элементы футбольной техники для подрастающего поколения, для того, чтобы они заинтересовались и полюбили футбол. Ежегодное проведение Дня здоровья стало доброй традицией в школе. Спортивный праздник проводится с целью пропаганды здорового образа жизни и развития интереса к физической культуре у школьников. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.